Всем привет! 9 июля 2014 года. Продолжаем бестолковые обзоры. Рез картона. Делайте ставки, господа. Чем сегодня будем резать? Точно. Victorinox Hunter XT. Модель с одним лезвием. С открыванием одной рукой. Плюс еще есть шкура, съемный крюк. Кстати, его тоже можно будет попробовать, но, наверное, как-нибудь в другой раз. У нас еще здесь типа лайнер-лок, штопор. Почему-то на этом ноже компания Victorinox решила сэкономить. Традиционной зубочистки с пинцетом здесь нет. Зато есть штопор, который, конечно, любому охотнику, так как это Hunter, заявленный для охоты, любому охотнику может пригодиться. Поехали. Куда поехали-то? Давайте сначала попробуем его на бумажке. Заточка заводская. Ножом фактически не пользовался. Давайте его попробуем на картоне, на всем любимом. Кстати, не знаю, врать не буду. Точнее, скорее всего, наверное, не помню. Но думаю, какие-то технические характеристики называть ножа не стоит. Толщина, ширина, подвода, там, сведение. Все это есть в интернете. Тратить время объяснения, на рассказы про ножи смысла нет.
оказалось, я слишком много картон заготовил. Ну ничего. Дорежем весь. Вот для чего опять цепляет. Левую руку ставить держать, потом. Минут уже 7, не успею ложиться в 10. Интересно. Зашибись. Руки уже не держат. Что я могу сказать? Резать рука не устала. Устала рука опять же держать картон. Давайте бумажку всеми любимую опробуем. Да, все равно где-то начинает цеплять. По-моему, как резал, так и режет. Ладно, ничего, сейчас проведем еще раз доскональный осмотр заточки. Вот там я уже сделаю соответствующие выводы. Так, друзья, на первый взгляд, невооруженным глазом режущая кромка вроде на ощупь-то не повреждена. Короче, для картонной фабрики подойдет. Делайте выводы, стоит ли нож покупать за 10 тысяч или за 1500, если в принципе рез один и тот же. А там дальше не знаю, личное дело каждого. Ну, крюк я сейчас пробовать не буду. В принципе, нет никакого желания его подсаживать, так как серритер точить я не знаю как. Аланский
камни для заточки серрейтерных лезвий у меня нет. В принципе, не очень-то хотел. Серрейтер мне не очень нравится, не знаю почему пока. Дошел я к серрейтеру. Так, ну что, 11:27 минут. Все, всем спасибо. А, забыл, вот так вот. Всем пока.